В селе Акжол Меркенского района введена в эксплуатацию новая школа на 80 мест. Ранее сельские школьники учились в старом здании, построенном в 1931 году. Глава государства Касым Жомарт Токаев уделяет особое внимание сфере образования, улучшению социального положения и повышению престижа учителей. Сегодня укрепляется материально-техническая база школ области, строятся новые школы, последовательно решается проблема аварийных, трехсменных и школ с дефицитом ученических мест. Доказательством тому является строительство нового учебного заведения в селе Акжол Меркенского района. Ардахты стаздар, охушлар, аул тургундар. Дорогие сельчане, учителя и ученики, сегодняшний день имеет большую значимость для вас, ведь завершилось строительство здания школы. Теперь ученики будут получать знания в комфортных условиях. Поздравляю вас с этим событием. На строительство школы из областного бюджета выделено 452 миллиона тенге. Строительные работы по проекту были начаты в мае прошлого года и завершены в срок. Для нас сегодня очень важный день выдался. Ведь глава нашего государства говорил, что школа должна давать не только знания, но и воспитывать подрастающее поколение. Мы благодарны, что возвели замечательную школу. Школа укомплектована 17 учебными кабинетами, лабораторией, мастерскими, столовой, библиотекой, лингофонным кабинетом, конференц- и спортивными залами. Система отопления работает на газу. Солшин, енді сіздердің жұмыстарыңызды кішкене сәлде осы бір құрмысқаның амалындай бір кішкене жеңілдетіп берсек, сіздерге мұнда бір Аллаға шүкір дейді. Солшин, сізге құлға рұқсат етіңіз. Құтты болсын, ағай! Отметим, что в прошлом году по области введено в эксплуатацию 5 школ и 1 пристройка. Также проведен капитальный ремонт 17 объектов образования. Кроме того, в 2023 году в рамках национального проекта «Комфортная школа» начато строительство 7 из 12 школ. Дарк Затулин, Руслан Сандыбаев, Айкон Акпарат.